Пензе возобновили работу туристические информационные центры. Они расположены на главных транспортных объектах в аэропорту и на железнодорожном вокзале Пенза-1. Жителям и гостям региона специалисты Министерства культуры и туризма области готовы предоставить карты с указателями, а также несколько путеводителей, ассортимент которых будет постоянно пополняться. Для чего? Для того, чтобы рассказать прибывающим о важнейших событиях, которые происходят именно в настоящий момент времени, о местах достопримечательности, об интересных местах, о достопримечательности, о гостиницах, о других коллективных средствах размещения. Ну, вплоть можно рассказать даже об аптеках, о ресторанах, о местах развлечений, даже с детьми. Ожидается, что подобные центры откроются и в районах области, правда, пока в виртуальном формате. Работы будут вести и с подрастающим поколением. В планах создания подобных площадок на сайтах школ и вузов.